Его реально не хватает. Если бы он был бы живой, этого всего бы точно не было. Прям 100% не было бы. Мама часто говорит то, что дедушки на тебя не хватает. Типа то, что ну совсем по-другому бы все было. Может и правда бы так было. Пропасть, в которую ты летишь, ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. Очень сложно. Прям очень. Постановлением будешь ознакомливаться или прочитать? Постановление судьи. Своим невниманием мы создаем условия для катастрофы. Мне кажется так. Вот. Мне кажется, что необходимо осуществить труд культуры и осуществить труд понимания, что происходит. Рос с ними. Просто рос. Ребята с моего двора. Я не знаю, как это сказать. Просто для меня это нормальная ситуация, когда во дворах что-то, какие-то движухи происходят. Это нормально. Я думал то, что везде все так растут. А когда на меня посмотрели и задавали мне 1000 вопросов и говорили то, что это неправильно, и такого не существует, потому что многие просто не замечают того, что происходит прямо перед их глазами. Скандала, передавай мои строки годами. Я верен себе, да я верен слезам. Жизнь на пределе, добро с кулаками. Убитое время, убитыми нами. Мысли закутали город туманом. Безликим устам дано право обмана. Шагать по стопам приведенных во облавы. Дворы, законы, словом право. Небо стать звездой, что падет на все, что я любил. Где же мой покой, где мой сон? То, что пацан, я убил. Одиночка, опять несу бред. Размытые строфы. Последняя строчка. Спасибо, подпись в точка. Почему поначалу улыбка? Фу, я хочу серьезным быть. Это все началось в 15. Я ОГЭ написал, последний как раз таки. Старшие ребята, там, тусить постоянно, там, где прибухнуть, где еще что. Получается, я поругался с отцом и просто уже не захотел домой идти, и все. И вот так как раз-таки вот произошло, мы очень сильно поругались. В последнее время стали не понимать друг друга вообще, прям, ну, прям. Как будто два разных человека, не как будто я с папой, а как будто два разных человека, и все. Поначалу как-то чувствовал, я не знаю, почему-то чувствовал себя брошенным, хотя я ушел. Но, блин, я не знаю, я сначала переживал, что искать будут, а потом просто так получилось, то, что они сделали вид, то, что, ну, типа, пофиг. И я уже вообще не терялся, уже ходил спокойно там, по улицам. Даже мог вот так вот он проезжает, а я мог идти. Все. Как только ушел с дома, буквально, наверное, неделя, и все, и я попробовал первый раз лирику, и все. Ну, почему ты попробовал? Вот мне вот это интересно. Ты тогда не ответил, почему. Ты просто сказал, вот факт, я попробовал, и все. Почему? Я прожил на улице с 9 июня почти до середины сентября. Друзья, кто когда мог, выручал. Через 2 недели уже началась лирика.
начался тропик. Ну, я не голол никогда, братан, и не собираюсь этого делать, но капались и капались со страшной силой, братан. У нас день был просто похож один на другой. Я ждал в основном, когда они выйдут, потому что они-то все с домов уходят, а я что, я, блин, возле дома к чего останусь, того и встречу, блин, первого. Все началось, наверное, с того момента, когда мне было 15 лет, где-то так, 14. Я отца потерял. И вот с того момента я в некотором смысле стал бесконтрольным. Меня уже никто не мог контролировать, ни мать, ни сестра. Я, в принципе, ну, занимался, чем я хочу и так далее. Полез в какую-то взрослую жизнь, не понимая ничего. Попал в компанию, ну, не скажу, что в плохую и так далее. Компания как компания была, ничем от других не отличалась. Росли как могли. Нам казалось, что мы со двора с нашими движениями можем вырасти. Вырасти куда? Ну, скажем так, перспективы заработать, украсть и так далее нам казались очень большими. Двор меня научил. Научил общаться с людьми, научил различать людей. Но я понял то, что единственное, куда меня двор может привести, это за решетку. Ты думаешь, все вокруг тебя и все тебе принадлежит. Но стоит тебе чуть-чуть повзрослеть, и ты понимаешь одну вещь. То, что это все твой юношеский максимализм. Просто максимализм. Ничего больше. Да, у меня не было страха, у меня не было страха вообще, ну, не было страха потерять что-то, нечего было терять. Все, я на улице, ну, за мной никто не смотрит, не следит, и все, ну, все пофиг. Я сам себе я. Настанет день, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил, немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты, тебе этого нельзя. Че, окружение? Окружение большую роль. Вот я вот за это время, вот даже прошло 2 года после наших интервью, там, то, что мы снимали, я понял еще больше одну вещь. Самое, наверное, главное, я, наверное, там говорил, когда мы с тобой общались, говорил то, что большое желание человека встретить, ради кого можно поменяться. Но, наверное, это тоже очень важно, но, наверное, самое главное, это окружение. Вот ничего так больше сильно не давит на человека, как окружение. А я просто попал в ненужное, наверное, вот в ненужное время, в ненужном месте оказался, и где аптеку начали хавать. Ну, просто была компания большая, и все одновременно почти начали употреблять аптеку. Там буквально там день-два, вот, ну, промежутки, кто позже, кто раньше начал, и все. В 15 я ушел из дома и как раз-таки встретил всех этих пацанов, с которыми в дальнейшем я и начал торчать, я и начал красть, начал беспредельничать полностью. Он вообще не гулял. А потом он 9 класс, когда закончил, экзамены сдал и все. И решил, что он вырос. Друзья у него появились. 200 игр дважды судим. 58-я вторая, 161-я первая. Так же и в колледже, поступил в колледж. 3 месяца проходил, все, выперли. А со второго вообще через месяц. Ну и в больнице так же лежал. Он как выпьет таблетки, так его и тянет на приключения. Решим все, понял? Нормально, дешево, в принципе. Он и бьет неплохо, понял? Я ждал в основном, когда они выйдут, потому что они-то все с домов уходят, а я что, я, блин, возле дома к чего останусь, того и встречу, блин, первого. Все выходили, и мы шли сразу воровать, сразу. Собирались,
возле пятерки. Как раз таки и аптека рядом. Ну и что, братан? Кофе, шампуни, алкоголь, рыба. Заходит человека 3-4. Потихоньку все аккуратно сделали. И пошли рядом рынок. Пошел, продал. Угу. В основном там Head and Shoulders ты украл, который он там 250 рублей стоит. Там пошел за 150, за 100 рублей у тебя его с ногами и руками оторвут. Там рыбу в пивнуху, ты зайдешь в каждую пивнуху, там тоже за рублей 100 заберут. Ну и вот так. Серьезно, так легко? И никто не спрашивал, типа, откуда? Да все знали, что это ворованное, потому что все нас уже знали. Серьезно? Конечно. Тебе есть разница купить за 300 рублей или за 100 или за 150? Это уже вещь, только за 100 или за 150 рублей. Mm-hmm. Каждый извлекает свою выгоду, только люди страдают от этого. Мы просто воруем не у тех, у кого надо просто. Человек имел 10 рублей, ты у него эти 10 рублей забрал, то ты не вор. Я же сейчас работаю в пятерке охранником. Не в той, там, где мы воровали, там у себя. Меня недавно зашли и тоже торчи вынесли. Это как неприятно. Вот я пишу, два торчка зашли, в гости очень любят кофе, ваниш. Ну вот это тот момент, когда это то же самое, то что вот так же поступал и я. Вот они просто устраивают полный беспредел. Тебе подсечку сделал. Влад Васику. А я тебе скажу, братан, больше, если бы не наркотики, я бы не воровал. Мое одно из направлений деятельности — это молодежь, подростки и те проблемы, которые возникают с ними. Возникла проблема у нас в городе с употреблением медицинских препаратов в немедицинских целях. Лирика, баклосан, способы употребления. Причем в интернете есть, вот свободно набираешь там, как баклосан. Там и будет и как употреблять, и замещение какого наркотика является, и даже описание будет людей в открытом доступе. Какой кайф они от этого получают? Ну вообще, с чем сравнимо? Ну смотри, продажа, да, наркотиков, вот, как бы если раньше мы берем ребят, там, сотрудников полиции, милиции, да, там закупки, еще что-то, сейчас через сеть интернет. Это легко. Вот в этом проблема. Особенно есть у нас людей, ну, я не знаю, как в Европе, в Америке, у русских точно. Может быть, с кем угодно, только не со мной. Это очень развитая субкультура общества, да. Когда я начала разбираться вот в этих зависимостях, иногда, к сожалению, пришлось где-то, ну, и к счастью, где-то для ребят поработать с некоторыми по зависимости, я поймала себя на том, что я работаю не с физиологической зависимостью, а я работаю с зависимостью вот этих ощущений. Да не за свои 15-40 стикеры, да. Да не за свои цены. После того, когда я первый раз понюхал мефедрон, а от мефедрона, когда ты нюхаешь, и вот он отпускает. Потом, конечно, попускает, но первые часа полтора ты готов заложить последние трусы, пойти украсть. Ну, все лишь бы того, чтобы у тебя еще была дорога. Сколько бы с пацанами старшими не общался, говорят, ты просто себе жизнь испортил и все. Правильно тебе сказали. Правильно, братан. Правильно. Дети, которые выбирают наркотики, как мне кажется, и как, в принципе, они сами говорили мне, когда они приходили в сознание, в поисках чего-то нового, интересного. Меня зовут Алексей, моя фамилия Завальский. Я работаю в детской краевой клинической больнице в отделении реанимации, врач-реаниматолог. Я лечу детей разного возраста, с разным диагнозом.
в то же время я выезжаю по краю нашему и лечу на местах, и либо эвакуирую к нам. В том числе довольно много детей, которые попадаются к нам с изначальным диагнозом отравления неизвестным веществом. К нам детки, ну, по привычке детки называю, зачастую это от 15, бывали случаи гораздо моложе. Но дети поступают каждый год, ну, примерно одинаковое число. Городских детей чаще поступают с разным видом отравления неизвестным веществом, да, будем так говорить. Почему? Потому что подразделяются эти дети обычно на какие-то внутренние психологические семейные проблемы, и они употребляют лекарства, которые не являются либо наркотическим, либо содержащим наркотическое вещество. Вот, и они какие-то проблемы внутри семьи. Угу. То есть они любой абсолютно берут препарат и принимают его в невероятно большом количестве. Этот ребенок для меня, во-первых, был впервые знакомым. Я впервые увидел эту девочку, 17 лет. По какой причине она... Ну, она мне, в принципе, потом... Как бы я когда увидел на приемнике, она сидит, да, у нее широкие глаза, она понимает, что она пытается остаться в этом хотя бы чуть-чуть мире сознания, да, как бы, ну, да, ну, у нее тут же плывет все, задаешь вопрос, она все плывет в ответах. Ну, я при этом вижу, что пульс, давление и частота дыхания у нее нормальная, сознание не угнетается, как бы все. При этом она четко ответила, говорит, я только одну выпила, одну только выпила. Я говорю, хорошо. В реанимации, что в отделении наблюдения, как бы, да, она будет вести себя абсолютно одинаково, как бы, а реанимационная койка, которую бы она заняла, ну, всегда понадобится ребенку, который тут же кого-то собьет, его вдруг собьют, либо еще что-то произойдет. Поэтому я говорю, давайте здесь остаемся, в отделении, говорю, под наблюдением, если что, говорю, звоните мне. Звонит доктор и говорит, что у нее остановка дыхания, сердцебиение срочно. Я глазом моргнуть даже не успел, как я 100-метровку от А до Б добежал уже, прибегаю, а ребенок просто-напросто замерз. Когда мы замерзнем, у нас есть такое вот подрагивание, да, как бы, и у нее этот тремор чуть усилен в связи с тем, что как бы у нее действует наркотический, не наркотический, действует препарат. Молодой доктор испугался этих холодных судорог, то есть от холода человека тремор был. Я уже понял, что ей тяжело, она боится сама, я говорю, давай я себе заберу. Ребенок выспался, проспался, утром проснулась, она в первую очередь слово какую сказала: дайте мой телефон, мне нужно посмотреть в Инстаграм. Еще по молодости отец, ну, хотел, чтобы видеть меня спортсменом. Записал меня тренироваться и так далее. Я многие годы провел в тренировках. Спорт стал для меня одним из ключевых вещей в жизни. Я очень жалею в своей жизни, что я когда-то от него отказался. Как раз таки из-за дворов. Разборки, драки, ножевые. Очень неприятные вещи, очень кровавые, мерзкие и так далее. Такое не стоит видеть даже просто человеку, не то что ребенку. А это все было в детстве в некотором смысле. Это вот ребята, которым 15-16 лет, они это все видели. Они в этом участвовали. Это очень страшно. Я очень благодарен судьбе, сестре и многим тем близким, которые также участвовали в этом, то, что говорили мне, то, что это не надо, это того не стоит. И то, что ты совсем не в то лезешь, куда тебе надо. Вот, если честно, та же сестра, она мне дома почти каждый день говорила то, что ты из-за этого просто сядешь, тебя это приведет в тюрьму. Дело в том, что мы недооцениваем нашу молодежь. Она очень умная, она интеллектуально развитая. И это не зависит от того, в какой семье воспитание. Они читают те книги, которые их родители не читают. И есть две вещи. Первое, к сожалению, у них не всегда есть рядом человек, который может направить или объяснить, да? Вот. И вторая вещь, когда они понимают, что где-то они умнее,
ну, начитаннее, чем родители или чем окружающие взрослые, для них эти окружающие взрослые перестают иметь ценность. Я вырос в окружении нормальных обычных ребят, которые точно так же мыслят, как и остальные дети, точно так же играют, как остальные дети, веселятся, плачут, все. Вот, если говорить про детей, то это были самые-самые обычные дети, просто которые держались друг друга во дворе, как за свою семью. Мы должны, во-первых, быть авторитетом для тех, с кем мы работаем. А ты авторитетом будешь тогда, когда ты будешь понимать, чем они живут и что это. И тогда это будет здорово. Происходит расслоение, на мой взгляд, общества на возрастные группы. И это расслоение, оно начинается с языка. И они не будут словарей издавать, они не будут переводить. Это будет понятно только внутри их общности. Они придумывают новые слова, неологизмы. И идеальным носителем, идеальным инструментом, который распространяет новый язык, является, разумеется, интернет и является рэп. Мурашки начали вот аж бежать вообще. Это конец уже, да, вообще? Очень-очень сильно Санти залюбил. Больше такую, наверное, душевную музыку. Когда я хавал с аптекой, не знаю, у меня прям всегда было, когда он... Забытый бала, когда он пел, тебе не стоит пиздец за торчи, эти будни наши, они тупо обычные. Засыпать убитыми в четырех стенах, что-то вроде привычки. Ну это прям, блин, это очень душевно, я в этих строчках всегда находил. Будь лучше, чем я дарю тебе 52 герца. Будь лучше, чем я, не бери плохого, залетай в сердце. Моя душа уже давно не та, едкий дым заполонил меня с головы до пят, под ногами вода, но я такой же, как и тогда. Мама, я заберу твою печаль, я стану лучше, я обещаю. Есть в море, да, в океане, там, где киты. Киты плавают, вот обычные киты поют на частоте 20-22 Гц. Но есть один, который поет на частоте 52 Гц. Его никогда не услышат те, которые на той частоте поют, он их никогда не услышит. Но все равно, каждый год он все равно хует свои песни для того, чтобы его хоть кто-то услышал. Вот я тоже надеюсь, что они ради всех вас. Все эти треки — это просто истории моей жизни в рифму. Если я позавчера еще в Алмате траву долбил с пацанами на районе, то я сегодня здесь с вами. Сегодня я приехал. Да, это наше, это мое нутро, базару нет, я кайфую, я люблю отниматься. Но всегда в своих треках я говорю, чтобы вы одупляли свои головы и понимали, что так двигаться не очень хорошо. Все ради вас, все ради вашей улыбки. Спасибо большое, от души. Со всем уважением к музыке, ну, например, опять же, к тому же ЛДЖ, да, в машине, когда он только появился, в машине не слушала его песни. Но он очень, я когда послушала его песни, я своим курсантам давала, знаешь, какое задание? Говорю, значит, во-первых, по песне определить, каким наркотическим, о каком наркотическом веществе он поет. И второе мое задание было, я работала, у меня ребятки учились на экспертов, значит, я говорю, вот представляем, что мы должны составить словарь терминов для экспертизы текстов. И слушаем песни ЛДЖ и выбираем вот эти предикаты, ну, которые могут быть потом использованы как экспертиза при установке, допустим, при смс-ках, да, была ли это смс-ка по продаже.
Я один раз с другом аккумуляторы воровали. Приехали на Чкаловский, и там стояли две рядом машины, пятерка и семерка. Мы залезли в семерку, достали оттуда аккумулятор, потом начали залазить в пятерку, а там мужик спал. Я не знаю, что он там делал. И изо всех углов к нам начали подходить, и мы поняли то, что нас просто накрывают, и это не менты, а это именно пацаны, которые мы, походу, увидели, или это чей-то аку мы подрезали. Я по дворам убегать начал, и тот момент, когда за тобой едут несколько машин, ты еле-еле успеваешь убежать, ты просто уже начинаешь клясться, то, что ты больше этого делать не будешь. А из-за того, что ты торчишь, и тебе нужны бабки, чтобы сходить еще раз за лирикой, тебе приходится воровать. Да я подрался, братик, ебец. Меня уже выписали, брат, я уже дома. Шел с братом, поругались. Я пошел в одну сторону, он во вторую. И все, я начал идти просто спокойно по рельсам, потому что мы ушли дворами, чтобы быстрее дойти до его дома. Когда мы поругались, я не знал ни дороги дальше, заблудился. Вышел к этим железным дорогам. Вот. Трое типов добивались, и все. И я очнулся уже там. Заниматься. Да вон у меня все ноги, братан. Вот это тоже так сведена потихоньку. Руки чисто врачи уже закололи. Вот. 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 Как родители вообще на это отреагировали? Они подумали, что это правда, и все. Я с ними попереругался, и все. Не сказали толком врачи, что там было. Им просто тупо начали перечислять все сразу. Соль, баклосан, лирика, еще что-то называли. Из этих всего я в жизни, может, и пробовал, но года два назад. Но когда сказали там соль, еще какая-то хуйня, я даже в жизни никогда не прикасался к такой хуйне. И все, но они мне не верят, я говорю, отвечаю, я ничего не делал, они верят, и все. Ну, я поругался. Не хотелось ничего никому доказывать, клясться перед кем-то. Верят и верят, не верят. И все. Когда происходит абсолютное, абсолютно наплевательское отношение к самому себе, я считаю, что это потеря цели в своей жизни, понимание, зачем ты живешь и к чему это должно прийти. Очень жалко таких детей в связи с тем, что у них мировосприятие, миропонимание очень большое. И у них даже бывает гораздо больше это мировосприятие, да, они гораздо больше этот мир глубинно проникают, понимают, чем тот человек, который, допустим, этим специально занимается. И вот конфликт, как при беременности, когда мама плюс резус-фактор, а ребенок минус резус-фактор, и они начинают друг друга убивать. Но только внутриутробно еще. И все законы пойдут на сторону мамы, чтобы мама выжила. А этот комочек плоти еще внутри. А когда этот комочек плоти становится человеком, и когда уже происходит другой фактор, ему уже ни врачи, никто, вообще никто не поможет. Ему должны помогать изначально изнутри. Там, где он родился, там, где он воспитался. Я сказал, я ничего не пил. Вов, не рассказывай сказки. Ну, там была соль, да, я помню. Там, да. Послушай меня, ничего бы тебе не капали.
если бы у тебя ничего не было. Ну хорошо, все хорошо. Ну вот и все. Я исправился на полтора года, потом ну, просто... Ну, это знаешь, это не показатель. Не показатель. Надо исправляться на всю жизнь. Вот да я понимаю, ну, ну получилось так. Ну, надо сходить в армию просто. И набраться ума. Вот. Да, мам, но лучше сходить в армию, чем в тюрьму. Да я тебе не говорю, что меня тюрьма исправит, я тебе это не говорю. Ты мне просто постоянно говоришь, армия, армия, армия. Я тебе говорю, чем армия исправит? Вот, я разговаривал с уютовскими, которые вот эти вот старшие. Все сказали, что начал колоться в армии. И это он им лично говорил. Он, я бы тебя на север отправила, он, и я бы посмотрела. Вася, Вася, да, вот это север, юг, да. Запад, восток. Твой Вася этот, он... Руки сложи на коленочки и не машины. Все хорошо, мам. Вот, брат, вот поэтому я и не хотел оставаться на этом, потому что вот так вот все у меня и заканчивается, братан. А что, мам, что правильно, что правильно? Ты постоянно мне кричишь, армия, 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 что армия, что армия, что? Я знаю, пацанов, все, сука, сейчас сидят, все сидят и все торчат, поголовно торчат. Вов, так если ты не захочешь, то этого делать не будешь. Да я не говорю, если бы я не захотел этого делать, я бы здесь этого не делал. Надо идти в армию, надо идти в армию. Что надо идти в армию? Я пойду в армию, если я захочу это же сделать, я сделаю это. Как ни крути, буду на севере, на подводной лодке. Я если я захочу, я сделаю это. Я, ну, вот ты скажешь то, что я не работал, да, вот я полтора года, я ни хера не делал, я не воровал, я со своими дружками не гулял. А зачем? Последние полгода я вообще с Машей постоянно был, хорошо, постоянно, день и ночь я был с Машей. Зачем пошел? И ты тебе теперь скажи, что ты начал жрать таблетки и пошел угонять машины, что в этом виновата я. Я не говорю тебе ну, это. Ну вот и все, не надо просто искать причину. Я понимаешь, в том, что ты сделал. Я просто тебе говорю, то, что если бы ты на меня не насыпала, и я остался дома, ни хера бы этого не было. Я на тебя не насыпала. Все тебя хорошо, просто попросили... Меня... Если ты нормальный человек, то ты не должен это делать. А ты это делаешь. И не ищи крайних в этом. Понял? Ты сделал из меня. Все, мам, прости, да. Да-да-да. Вот я лично начинал себе. И ребята такие же, они тоже не из богатых семей, которые со мной воровали. Они тоже начинали для себя, но потом ты воруешь для себя, потом ты воруешь для себя и чужого, а потом ты воруешь и для себя, и для чужого, и еще для кого-нибудь. Ну ты просто уже начинаешь, ты заходишь туда и ты выходишь полный просто. Я один раз был... не трезвый и даже не пьяный, я обторченный был. Я, короче, заскочил в Зару, понял, ну, магазин. Я зашел туда в шортах, вышел в брюках. Ну, мне настолько было то, что мне даже было поймают меня, не поймут. Я даже сам этого не понимал. И родители нереально много раз деньги платили. Но меня остановило то, когда на втором суду меня чуть не закрыли. Меня за малым не закрыли. И слезы матери, я понял то, что они стоят не всех кайфов, никаких бабок. И я просто пожалел мать, и мне это дало ума. Мои родные – это все. Я очень хочу, чтобы они были счастливы. Пришло осознание, то, что ты мужчина, ты должен зарабатывать. Сейчас меня жизнь привела к работе, то, что я работаю гробовщиком. Я делаю гробы для людей. Будет вот эта цель, то есть когда ты поймешь человека и действительно поймешь, что это важно, что да, он будет, поверь мне, он сам не будет это делать. Он будет держать себя.
чтобы реализоваться. Я когда начал встречаться с Машей, реально это был такой человек, ну, ради которого, ну, я изначально и начал из-за нее меняться. Вот отвечаю, вот если бы не она, я бы, наверное, до сих пор бы торчал. Она говорит сразу, говорит, я против этого всего. Если хочешь быть со мной, то ты не будешь этого делать. Спасибо тебе, родненький, правда, вот от всей души спасибо тебе, брат. Я понял, что не надо никого слушать, идти только вот, что у тебя задумано в голове, братик, спасибо тебе огромное. Кстати, у меня есть мысль, я давно еще учил на фортепиано кое-что, я тебе сейчас скину. Чего? Да сейчас приду! Смотри, брат, я еще могу смотреть. Вот, играю, братан. Типа не я себя снимаю. Не просто Машка, это такой человек, который... Ну, он всегда был рядом со мной. Ну, я исполнял по жизни, вы даже не представляете, сколько, вот правда. У меня мать постарела на 10 лет за полгода просто, то, что я исполнял. Вот такой человечек, вот папа мне рассказал. Машка, да за то, что она вытерпела, ей надо поставить памятник просто. Она реальная. Она просто любая бы девочка, я не знаю, ну, адекватная, что ли. Она бы просто бросила меня, просто и все, реально. Ну, Машка, это тот человечек, вы просто простите меня, у меня... Сердце 300 ударов в секунду, блин. Я очень сильно переживаю. Лучше бы некоторые вещи не менялись. Хорошо, если бы их можно было поставить в застекленную витрину и не трогать. Проблемы с наркотиком, потому что нет, кто я такой там в обществе, кто я такой. Проблемы с суицидом, потому что кто я такой, на что я способен. Все, вот это на самом деле как бы простые такие штуки. И ты знаешь, вот в жизни что ни происходит, все к лучшему. Мы, вот все, что делается в жизни каждого человека, оно к лучшему, но мы не сразу понимаем. Я ищу финансы, чтобы обеспечить себя, свою семью, помогать в основном семье, во всех планах, чтобы мама была рада. Также у меня есть племянник, которого надо воспитывать. И я считаю, то, что сейчас уже пора его отдавать в зал, чтобы он занимался спортом. То есть, ну, то, что отец хотел от меня добиться, чтобы я стал бойцом, так скажем, во многом великим, я хочу передать это своему племяннику. Пусть он станет великим, а я все сделаю для того, чтобы он добился этого. Я не собираюсь долго работать там и так далее, но я буду работать столько, сколько мне надо. То есть, чтобы я мог обеспечивать свою семью. Если ты мужчина, если ты ответственен за свою семью, ты должен расти, развиваться дальше. Дворы дворами, но именно жизнь — это совсем другое. И как жить в ней, развиваться, только мы в ней влияем. Мы главные персонажи. Все, пожалуйста!
Давай, давай, с головы. То есть у вас голова должна на секунду опередить. Куда? Понятно? Тишину. Так что так, ребята, сегодня у нас будут спарринги под конец года. Мы проведем спарринги, побоксируем, поработаем. Всего. Ну, ударь все ручками, понял? Ближе подойди. Далеко бьешь, ты не видишь, ты вот тут стоишь, вот тут пытаешься попасть. Вот так подойди и попади. Понял меня? Нет, без клинчика. Ну, ударь, потом ручками по голове. Сам руку в голову держи, идет, он начинает тебе бить. Принял два в перчатке, подошел ближе и начал зарубаться, понял? Бойцы на середину. Да, бояться быть непонятым, бояться быть брошенным. Это все до этого, в принципе, и доводит. Потом ссора, недопонимание, и все. И в какой-то момент ты чувствуешь, что ты остался один, и все, и тебе уже ничего не остается. Очень бы хотел оказываться именно в то время, в том месте, когда, если человек уже вот на краю, чтобы просто рядом с ним оказаться и сказать «не надо». Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысяча малышей и кругом ни души, ни одного взрослого человека, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак. Меня, короче, надоумевали сумку дернуть. И на Шолоховском мосту мы как-то, я не знаю, это походу даже сотрудника какого-то была женщина, она с ребенком даже шла. И тип, я даже не знал, что он дергать будет, ну, друг мой. Он мне все время говорил, давай, давай, но я не мог. Ну, он как бы говорит, давай, давай, но у меня совесть не давала просто дернуть мне. Мне так было страшно, мне было, ну, очень не по себе, то что, ну, как у этого женщины сумку выдернуть. И мы уже шли по Шолоховскому мосту, он мне такой, типа, говорит, ну, ты очкун, типа, не можешь нормально сумку дернуть. И женщина шла с ребенком, он просто выхватил у нее сумку, у нее начал выхватывать сумку, не выхватил, а начал выхватывать, она очень крепко за нее схватилась. Он прям начал дергать ее, она, женщина упала, он ее начал по ступенькам поднимать. Но он так сильно дергал, то что она вцепилась в нее. И она вцепилась в нее, и он ее аж поднимал. Ну, он как бы дергает, 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 и поднимает женщину наверх. Ребенок плачет, и ну, нас было втроем, он только выдернул сумку. И они с другом убежали, а я просто был в таком ваке, то что я просто растерялся и реально стоял, и я не знал, что делать. Я просто стоял, смотрел на эту женщину, вот мне как раз таки было тогда вот 15. И я просто стою, смотрю на эту женщину, и мне так хотелось, ну, подойти и сказать все, ну, типа, помочь встать. Ну, блядь, я понимал, что если я сейчас пойду, то это пиздец будет, я же это с ними был. И я очень долго смотрел, но я развернулся и ушел. Потом меня недалеко от Шолоховского моста поймали. И по рации как раз так передавали нас и прям четко описали нас всех троих, вот прям.
И, ну, эта женщина, по ее описаниям, прям, вот, вот прям она описала нас вообще конкретно просто. Вот реально вот ангел-хранитель тогда был даже не на стороне пацанов, а вот просто рядом со мной был, потому что пацанов-то не нашли, а поймали-то меня одного. И просто ангел-хранитель тогда просто меня Всевышний пощадил и просто реально он просто, вот просто реально это вот самое слово такое подходящее, пощадил, потому что первый раз ты воруешь, прокатывает, второй раз воруешь, ты прокатывает, третий раз ты воруешь, это все прокатывает, ну до поры до времени, потом просто в один прекрасный момент тебя въебут и все. Я первым делом задумала, что его остановило. То есть он уже прошел вот этот большой этап, и вот просто какое-то осознание, да, какое-то там, я не знаю, как он цитировал, что там ангел, там хранитель, но я в это не верю. Потому что это настолько вот модель постепенного вхождения, что вот резкий толчок, то есть может быть некая шоковая такая момент. И когда я уже смотрела интервью с этим парнем, первое, что я поняла, его остановило то, что эта женщина была с ребенком. И когда я дальше продолжала смотреть, да, я почему задала вопрос, какое отношение с мамой у него. Потому что на самом деле у этого пацана сработал механизм идентификации этой женщины с мамой. Подсознательный. С мамой, с ним самим, и больше его не интересовала ни женщина, а этот ребенок. Ну, то есть ему было вот страшно за реакцию вот этого ребенка. Может, где-то какой-то внутренний опыт, что-то. Но вот это его остановило. Плачущий ребенок, как они таскали эту женщину. Даже он когда рассказывал, я вот увидела это, для него был момент важный. И вот это произошло. Вот его ангел-хранитель ему дал этого ребенка. Я просто увидел, что мы вообще творим. Я просто сразу в тот момент в глубине души понимаю, что это, ну, то, что мы животные, реально, то, что, ну, это неправильно. Ну, там, по-моему, 700 рублей было, что, если я не ошибаюсь, я уже не помню. Я бы посоветовал бы тому пацану, который был в то время на этом мосту, просто я бы подошел бы, взял его за руку и сказал, идем сюда. Пойдем, я тебе кое-что расскажу, и все. Я бы просто его забрал бы оттуда, пока шел бы, я бы ему сказал бы, что к чему приводит. Претензия сейчас должна быть к людям моего возраста, 38-45, вот к нам, к моему поколению. То поколение, которое должно быть переводчиком сейчас и модератором всех вот этих вещей. А мое поколение, которое там в 90-х, да, мы это самое, но оно какое-то пассивное, оно не является переводчиком. Сколько активных лиц, различных модераторов, групп, еще чего-то, лиц 45 лет, 40-45. Вот просто возьми, посчитай. Их нет практически. А у нас является молодежь 20-25 лет, и пошли 60 и выше. И вот пропасть мы же не вот, вот мы, наше поколение, вот это 35-38, там, 45 лет. Вот, вот эти, где они менеджеры? И любой человек, который будет смотреть фильм в его ситуации, ваш фильм воздействует не вашими режиссерскими съемками, не нами, экспертами. А увидят этого пацана, скажут, окей, вот, вот он. Вот он. Почему и завершение очень важно. И он остановился, и ну, теперь вот этот ресурс нужен. Если не будет ресурса, он обидится очень сильно. Я себе доказал, что я могу. То, что вот я работал, на машину заработал. Ну, вот, ну, то, что я не торчу, то, что я знаю. Ну, я себе доказал, что я могу. Просто в какой-то степени хочется доказать окружающим то, что ну, они как-то ошибались во мне, то, что списывали меня со счетов. То, что, ну, то, что все, да он в тюрьме там будет сидеть, там, с ним уже все понятно, загонит себя в гроб, там, ну, сторчится, ну, просто хотя бы доказать.